Тем временем инфляция в еврозоне достигла 7%. Такие данные по итогам апреля опубликовал Евростат. В основном рост пришелся на продукты питания, а стоимость энергоресурсов в апреле подорожала на 2,5%. Среди стран еврозоны сильнее других пострадали Литва, Латвия, Эстония и Словакия. Например, в Эстонии инфляция достигла 15%. В Люксембурге рост цен составил меньше 3%. В Бельгии чуть больше 3%.